Шеф-повар Максим Григорьев. Грибы портобелло, фаршированные кино. Кино присутствует во многих рецептах моей кухни. Не сомневаюсь, что при отсутствии таковой, можно воспользоваться любой другой, кукурузной, например. Время приготовления – 45 минут. Ингредиенты. Бекон 60 грамм. Горчица 2 чайные ложки. Грибы портобелло 2 штуки. Кино 2 столовые ложки. Лук репчатый 50 грамм. Масло оливковое экстра вирджин 1 столовая ложка. Морковь 30 грамм. Перец красный молотый 1 щепотка. Петрушка свежая 2 веточки. Помидоры 60 грамм. Соль морская 1 щепотка. Уксус бальзамический темный 2 чайные ложки. Чеснок 2 зубчика. Шаг 1. Приготовить все ингредиенты: грибы, крупу, зелень, чеснок, лук, морковь, бекон, помидоры, горчицу, укус, оливковое масло, соль, перец. Шаг 2. Займемся грибами. Грибы у меня крупные, величиной с небольшое блюдце. Очистить грибы от кожицы. Шаг 3. Смешать горчицу и уксус. Шаг 4. Грибы обмазать горчичной смесью и оставить на 30 минут. Шаг 5. Мелкими кубиками нарезать лук, морковь, чеснок. Шаг 6. Также кубиками нарезать бекон. Шаг 7. Разогреть сковороду и в малом количестве оливкового масла обжарить бекон 2 минуты. Шаг 8. Добавить лук, морковь, чеснок и на сильном огне обжарить еще 3 минуты. Шаг 9. Сварить крупу кино по инструкции на упаковке 12 минут. Шаг 10. Выложить грибы на противень и запечь в духовке 15 минут при температуре 180 си. Шаг 11. Помидоры порезать кубиками, зелень порубить. Шаг 12. В глубокой посуде соединить все ингредиенты для начинки: кино, бекон с луком, морковью, помидоры и зелень. Не забыть соль, перец. Шаг 13. Вынуть из духовки грибы. Шаг 14. Выложить начинку на грибы горкой. Начинки осталось еще на один гриб. Шаг 15. Запекать еще 15 минут при температуре 175 си. Вот такие получились грибы. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.